жим одной ногой, платформа. Исходное положение, стопы параллельно, носки слегка повернуты в стороны. Мы отпускаем одну ногу вниз, затем выполняем сгибание бедра в коленном и тазобедренном суставе. Выполняем плавное отпускание платформы вниз и следим за тем, чтобы колено у нас двигалось четко по направлению к плечу. Важный момент – следить за тем, чтобы не было подкручивания таза вперед. Также делаем акцент на пятку. При выпрямлении ноги мы выполняем выдох и не разгибаем полностью ногу в коленном суставе. Достаточно.